Алексеев! Какими продюсеры должны быть, чтобы вот именно они продюсировали таких успешных артистов, как вы? Не уверен, что эти советы должен давать именно я, но что касается моего случая, то в моей команде есть атмосфера огромной взаимной любви, поддержки, взаимопонимания. Я думаю, самое главное – это верить в ту музыку, которую ты пишешь, любить ее искренне и дарить ее с улыбкой, с распростертыми объятиями своей публике. Я желаю вам гармонии во всем, друзья, и прекрасной, красивой музыки, которая будет сопутствовать вам на протяжении всего года. Спасибо, Никита. Спасибо. Спасибо.